Ну вот еще один подарочек пришел ко мне, полностью из металла, устройство для съемки со смартфона. Неплохой, неплохой. Очень удобный. Запас имеет большой. Полностью из металла. Один шуруп. И здесь я купила самый большой диаметр, но он регулируется по разным окулярам. Ну, мне понравилось то, что самый большой имеет вот это, ну, видоискатель побольше размером, и он разным телефонам подходит. Вот сейчас у меня есть этот телефон большой, и, ну, он подходит к нему. Параметры напишу в описании. Полностью из металла. Вот. Вот как он упакован был. Можете остановить и скопировать этот QR-код. Размер D. Самый большой я взяла. Потому что он на разные, можешь регулировать разными окулярами. Маленький, побольше. Полностью из металла. Мне очень понравилось, что он одевается прямо на окуляр, такой глубокий. Все нормально. Можете брать. Параметры, говорю, напишу.